Здорово, с вами Андер Малик. Йоу-йоу-йоу. Мы сегодня проходим четвертую главу Battle, битва за Луну, Red Ball 4, геймпад при мне. Начинаем! 46 уровень. Я не знаю, что тут произойдет, но Red Ball решил отправиться на Луну. На Луну, да. Как обычно, я прохожу все на золотую корону. Вау, какие уровни здесь необычные. Посмотрим, что здесь нового. Так, враги те же самые пока что. Так, но здесь прыгать придется, смотрю. А, кстати, невесомости никакой нету. Я думал, Луна здесь будет невесомость, но здесь пока... Но зато здесь надо вверх прыгать. Такого давно не было. А это типа телепорт. Это типа конец уровня. Так, ну что, золотая корона есть. Первый уровень пройден. Всего 15 уровней. На последнем уровне босс, как обычно. Ну, я так понимаю. Я не уверен, что там босс. Но, как правило, тут всегда босс в конце. Так, собрали все звезды. Пам-пам-пам. Так, это конец уровня, я так понимаю, сверху. Но надо туда еще дойти как-то. Так, враг здесь убиваем сразу, электричество перепрыгиваем. Пока что, кажется, это самые легкие уровни. Ну, потому что здесь ничего сложного нету. Здесь, правда, вон оголенные провода, видите, висят. И если до них дотронуться, я так понимаю, ты умираешь. Но я как-то перепрыгнул их, не заметил даже. Так, и последняя звезда или нет? Предпоследняя. Пам. Золото, все нормально. Хорошо, поехали дальше. Так, 48 уровень. Так, что здесь? Ага, ага. Ай-яй-яй, чё ж ты назад-то? Ага, прыгать нельзя через это, да? То есть их, чтобы победить, надо ждать, пока они выйдут отсюда. Ай-яй-яй, одно здоровье осталось. Ладно, подождем. Давайте пока вот этого пристрелим, а потом вот этого. Пам! Даблкил. Даблкил. Так, что дальше? Сохранение. Ага, как проехать? А, прыгать надо, да? Прыгать и заодно звезду взять. Ну, это надо сейчас. С первого раза, может, не получится. Ух! А здесь вроде чуть-чуть выше прыгаешь, я так понимаю. Все-таки, типа, из-за того, что ты на Луне, наверное, он выше прыгает. Я вот точно не знаю, но возможно. Хотя по ощущениям точно так же. Но вот как-то я перепрыгнул там. Мне казалось, что это невозможно сделать, но он перепрыгнул. Так, и это что, концовка такая? О-о-о! Опа! Я думаю, что сложного там может быть? А вот, оказывается, надо контролировать в воздухе нашего Редбола. Эй-эй-эй! Ты что не прыгаешь-то? Да прыгай! Алло! Надо, короче, там прыгать. Вот здесь прыгать надо. Оп! Так, все, аккуратно здесь надо. Оп-оп-оп-оп-оп! Золото. Все хорошо. Вау, здесь не спешим. Так. Ну, а, он не подходит сюда, да? Хорошо. То есть его надо убивать вот здесь, да? Я не понял, как вообще собрать все эти звезды-то? Отключить электричество, да? А электричество что, вот это выключило? А, вот оно что. Так, давайте собирать тогда. Оп. А это что такое в начале? Это типа мы начнем уровень сначала или мы куда-то попадем, еще не понимаю. Но я туда не допрыгну, я не могу показать вам. Просто интересно. Скорее всего, это просто начало уровня, такой телепорт, типа. Так, что дальше? Дальше едем на платформе куда-то мы. Сверху другая платформа. Оп. Не спешим. Сюда. Главное все собрать. Я на золото играю, мне ничего нельзя пропускать мне. Так, здесь... А снизу я вижу электричество выключить можно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опасно. Золото уже. Осталось только допрыгнуть до выхода. Все. Прошли. Ой-о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 й
просто падаем. Ой, 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 ой. Пропустил! Ну что ж такое? Ну что ж такое? Блин, пропустил! Блин, надо, тут не так легко, ребята, если что. Попробуйте сами, ребята. Потом будете писать мне гневные комменты. После того, как сами попробуете. Потому что реально сложно. Так, ладно. Получилось с пятого раза где-то. Так, что здесь? Что здесь? Вниз прыгаем. Кто здесь? Новый враг, да?
Ого! Вот это прикол. Что, на него прыгать надо? Нет. А как убить его? Электричество вырубить вначале, что ли? Как его убить? А, он сам умирает, два раза выстреливает, я понял. Хорошо, хорошо. Я думал, надо как-то что-то делать с ним еще. Возвращаться, убивать. Но нет. И так нормально. Так, прыгаем наверх. Вообще, эти уровни поприятнее будут. Давай еще раз. Все. Так, там снизу концовка. А это что такое? Замедление... временное отключение электричества. Блин, я что-то не понимаю. Как можно успеть? А, успел. Секунда в секунду прям. Золото. Хорошо. Пока что уровни не самые сложные. Так, вырубаем электричество. Вырубаем. Так, сверху конец уровня. Давай еще раз. Умер. Хорошо. Здесь сохранение. Так, что тут у нас? Давай еще раз. Вырубили электричество, едем сюда. Здесь разгон, наверное, да? И я не допрыгнул. Чё? Надо было немножко левее дать, ускориться. Ладно, я сейчас ускорюсь нормально, давайте, поехали. Так, левее жму. О, идеально, вот так и надо было. Я просто боялся что-то нажать, а то куда-нибудь не туда бы попал. Оп, ой-ой-ой-ой. Все, а он умрет? Умрет. А как тут перепрыгнуть? Здесь такое место узкое, ужас. Ужас. Ну, реально узко. Узко? Ну, кто ж так делает? Я не взял. И что, мне надо назад прыгать? Ну да, будем тренироваться прыгать через вот это отверстие. Да, а что еще делать-то? Здесь тоже надо прыгать. И здесь. Вроде я все собрал. Может быть, там где-то эти звезды остались. Я не знаю. Так. Давай. Пиу. Еще раз. Пиу. Так, сохранение. Так, я не понял, а зачем мне вот это? Ага. Мы типа взлетаем немного. Блин. Есть. Так. Давай еще раз. Хорошо. Давай еще. Так, теперь мы должны... Алло, ну что ты делаешь? Ну, Red Ball. Ну, а как туда? А, снизу надо. Я понял, как. Моя ошибка. Здесь надо вот так, смотрите. Так. Блин, как-то стрёмно. Блин, я не успеваю. Здесь, короче, надо отсюда, наверное. Блин. Здесь надо просто оттуда, когда прыгаешь, направо держать. И таким образом только, наверное. Ну, как-то так вот. Вау, я даже назад могу вернуться, прикольно. Я просто хотел вот так, да. Вырубаем электричество временно. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, поспешил. Надо, когда платформа уже полностью подъехала. Да, вот сейчас.
Так, и что, мне назад надо вернуться или что? А, я электричество вырубил, там я выход открыл, типа. Сейчас мне надо тоже так же назад вернуться. Так, показано. Выход вот там. Хорошо, прыгнуть надо только. Блин, ну как? Лучше прыгнуть, что ли? Давайте прыгнем лучше. Ой. Он же уже один раз стрелял. Во. Все? Блин, не самый легкий уровень получился. Но я справился. Вот это самый сложный уровень. Вообще уровень во всей игре, мне кажется. Реально очень сложный. Так. Теперь сюда, что ли? Так. Так, и как мне... Скажите, пожалуйста, как я должен... А, я тут не разобился. Хорошо. Я понял, как. Надо вниже упасть, чтобы две стрелки разгоняли тебе сразу. Два ускорения было. Чуть ниже надо падать. Типа, вот как-то... Как-то вот так, да. Хорошо. Оп. Золото. Все. Прикольный уровень. После предыдущего сложного расслабиться дали возможность. Так, осталось не так много уровней. 4 уровня и будет босс. Так, а что это такое? Чё? Я улетаю просто в космос? А, я понял, надо снизу проходить. Все. Дошло до меня. Это типа просто гравитация меняется. Да. А я что-то подумал немножко не об этом. Так, а что здесь? Гравитацию менять. А что снизу? Я хочу посмотреть, что снизу. Ничего нет. Так, и чё? Мне надо вверх. А как мне можно через одну стрелку вверх пройти? Ну алё, как? Да как? Что за бред? Я должен разогнаться как-то так? Ну давайте пробовать. Я типа все выше и выше, да? Так. Так. Да, но все равно я и туда не могу допрыгнуть. Ну ладно, пробуем несколько раз. Так. И сейчас налево. Ну блин, я не могу, не хватает разгона. А, мне надо внизу перепрыгнуть. До меня только сейчас дошло. Вот сейчас вот я перепрыгну. Я думал, туда надо прыгать, а я что-то вообще... Во, вот так надо, смотрите. Оп. Так. И теперь мы перепрыгиваем. Вау. Но еще не золото. Золото вот. Теперь золото. Хорошо, осталось там 2-3 уровня и босс. 3 уровня. 57, 58, 59, да, 3 уровня. Так. А как? А, я понял как. Так. Все. Блин, ну и еще босс такой будет необычный, наверное. Давай еще раз. Молодец. Так, а что тут? Можно туда, что ли? Нет, туда нет смысла. Есть смысл только сюда. А, так она меняет еще гравитацию всех врагов, не только меня. Я думал, только я меняюсь. Тут еще все меняется, как бы. Так, оп.
Хоп. Хоп. Так. Здесь нельзя дотрагиваться. Дотронешься, упадешь вниз. Бег. Бег. Так. Здесь тоже нельзя дотрагиваться. Та-дам! Отлично! У-ху! Так, что здесь? Вверх. А, я понял как. Я понял. Воу-воу-воу-воу! Так, а может быть не надо было так? Ладно, наверное, сюда, да. Сюда. Нет! Все по новой. Это предпоследний уровень, самый сложный, наверное, будет. Тут надо поэкспериментировать. Оп. 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 Amazing zigzag достижение дали. Ну, алло, ну, Red Ball. Куда ты прыгаешь? Так, пожалуйста, не прыгай. Во. Во. Вот это другое дело. Нету электричества больше. А нет электричества, серьезно? А, мне перепрыгивать так, что ли? Я понял как. До меня дошло. Электричество только exit, на выходе меняется. Короче, здесь надо прыгать вот так. Оп. 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 Босс, да, босс, вот он, босс. Хорошо, ну что, какой босс? Так, видимо, тут гравитация будет меняться, не? Так, на меня что-то он бычит. Так, меняется гравитация. Ага, я понял. Сейчас меняется гравитация, и на него надо прыгать. Yeah! Минус одно здоровье. Ну, начало слабенькое, несложное. Просто непривычно. Непривычно. Так, меняет гравитацию. Прыгаем. Я не понял, что это было. Я не успел последнюю долю секунды, и мне здоровье сняли. Слишком медленно прыгаю на него. Короче, на него надо прыгать, когда гравитация меняется. Ты просто на него падаешь, как бы, по сути. То есть, смотрите, как надо делать. Вот так. Нет. А, я попал, все было правильно. Это я что-то очканул. Очканул. Ладно. Ой, ну ё-моё. Да блин, на него надо заранее прыгать, походу. Я уже хочу, чтобы следующая фаза началась. У меня одно здоровье. Чтобы сохранение было. Вот сейчас следующая фаза. Так, что будет? Ой-о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 й
Вау! Меняется гравитация каждый раз, как он наносит урон. Вау, вот это да. Ладно, я не успел. Нет, сложно. Сложно. Нельзя, короче, на него идти. Надо против него всегда. Да алло, сколько можно? Сложный босс, сложный. Я просто не понимаю, как лучше делать. Как лучше его побеждать просто. Два здоровья-то всего.
Почти концовка. Успел, одно здоровье. Одно здоровье у меня. Победил. Ну, блин, сложный босс. Из всех, наверное, самый сложный. Может быть, я что-то не понял, как тут лучше с ним сражаться, но... Ну, было не очень сложно, не очень легко. Неприятно было этого босса побеждать. Но я справился. Кулак победы. Кулак победы. Так, вам нравится Red Bull? Не, мне не нравится Red Bull. Спрашивают они у меня. Ну что, в следующем ролике у нас последняя глава, и все, игра вся пройдена. Я так понимаю, навряд ли дальше обновления какие-то выйдут. То есть всего 75 уровней, вот и все. Больше ничего не будет. Такие дела, ребят. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам понравилось. Все, на золото прошел. И вот в следующем ролике ждите. Ждите. Будет, наверное, нереально сложный босс на 75 уровне. Это в каких-то подземельях мы будем. Здесь вот тут я вижу значок яда. Соответственно, что-то будет там, кислота какая-то. Не знаю, пауки какие-нибудь будут. Паутина вот я вижу. Что-то интересное будет точно. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И до новых встреч. С вами был Андромалик. Пока-пока.